Всем привет! Меня зовут Полина Телешева. Я четырехкратная чемпионка России по бально-спортивным танцам, мастер спорта, вице-чемпионка Европы. И я в Тверь Тим. У меня был выбор. Я училась в музыкально-эстетической школе. Я ее закончила с красным дипломом. Я занималась плаванием, но именно бальный танец, видимо, запал мне в душу. И спасибо моим родителям, что именно они поддержали меня, поддерживают и будут поддерживать на протяжении всего моего танцевального пути. Я не буду лукавить, но, например, с 10 до 15 лет мне действительно хотелось выиграть. Мне сначала хотелось область покорить, потом Центральный федеральный округ, потом, значит, чемпионат России, мир. Мне хотелось вот этих медалей и первых мест. Это хорошее, да, почему нет? Это хорошее стремление. Потом я стала чемпионкой России по профессионалам. Раз стала, два стала, три стала, четыре стала. И знаете, и потом ты понимаешь, что ценность немного в другом. В том, что ты оставишь после себя. Потому что искусство, как мы все знаем, оно бессмертно. И тут вопрос о том, как тебя запомнят люди, да, какой стиль ты оставишь после себя. И вот для меня вот это важно сейчас. Инстинкт, харизма, энергия, которая есть внутри тебя, это очень важно. То есть, знаете, очень легко определить танцора на паркете среди множества пар, который выдает фейк, то есть не натурально танцует, да, а поставлен, постановочная эмоция, постановочные движения и так далее. И тот танцор, который танцует всей душой, он показывает свое нутро, он проживает даже взмах руки, идет по-другому, с другим оттенком, с другой силой, энергией и так далее. Это очень большая разница. И вот такие танцоры остаются в памяти у людей. Я люблю ходить в тир, пострелять, потому что это выброс эмоций, да, и также переключение фокуса внимания с танцев, да, на другую деятельность. И бокс. То есть, во-первых, бокс – это потрясающая кардионагрузка. То есть то, что мне не мешает моей карьере, а наоборот помогает. И я больше скажу, я тут заметила, что я дошла до того уровня в боксе, что я уже спаррингую со своим тренером. Раунд за раундом, да, то есть это определенный челлендж, как говорится. То, что мне действительно нужно и в моей карьере. И если ты выиграл что-то, это еще ничего не значит. Да, то есть это нужно идти дальше, развиваться, не зазнаваться. Да? То есть быть очень приземленным человеком. И, конечно, вера в себя и работа. Прям вот пахать, пахать и пахать над собой, улучшать себя, развивать свое тело, свою душу, не быть в одном потоке только, развивать разностороннее.